Есть земная составляющая вселенной Марвел, есть космическая составляющая, которую привнесли Тор, Стражи и Мстители. Но есть также и важная сверхъестественная сторона. И Доктор Стрэндж будет нам отличным проводником. Наше счастье, что его согласился играть Бенедикт Камбербэтч. Поразительно, как он перевоплощается в Доктора Стрэнджа. Как блещет интеллектом, как искрометен. Вообще, вхождение в образ происходит невероятно естественно. Странно, что он лишь сейчас попал на радар киновселенной Марвел, поскольку в комиксах он очень даже заметная фигура. На наших глазах Марвел пополняет ряды своих супергероев, и мы достигли того этапа, когда эта вселенная настолько уже расширилась, что неизбежно должна охватить другие измерения. Думаю, Стрэндж — удачное связующее звено между нашей реальностью и тем, что лежит за ее пределами. Параллельные вселенные, путешествия сквозь время, преображение реальности — все это ужасно интересно. Зрители всегда рады таким впечатлениям. Это наш мир. Мы должны защитить его от тех, кто хочет его присвоить. Marvel представляет «Доктор Стрэндж».